Всем привет, мои хорошие, и с вами мы, Светлана Ата и Эндер Ата. Привет. Привет. С праздником еще раз, мои хорошие. Сегодня второй день фестиваля, и вот я вам все покажу, что здесь происходит. Сегодня очень много людей, посмотрите на море, там тоже выступления были, но сейчас закончились. В общем, все переполнено, и что мы направляемся в гущу событий. Так, ну что, мои хорошие? Сделаем вам такой обзор нашего фестиваля. На пирсе тоже выступления какие-то, много людей. Шиш кипит здесь, друзья мои. Видите, какой праздник в Турции, в Мерсине. На Риджие фестивале пошла дыть. Что представляет из себя этот фестиваль? То есть все, что есть, выносят на улицу и продают. Что представляет из себя этот фестиваль? То есть это ярмарка, концерт, выступление. Люди выносят все свои товары, сделанными руками. Еду приготовленными руками. Вот в море какие-то выступления там, посмотрите, соревнования. Посмотрите. Надеюсь, вы видите. В общем, мои хорошие, погода сегодня отличная, настроение отличное. Покажу вам всю красоту и прелесть этого фестиваля. И советую, тот, кто хочет приехать в Мерсин на следующий год, приезжайте в это время. Вы получите массу положительных эмоций. Мои хорошие. У меня такое настроение отличное, вы себе не представляете. Я так рада, что вы у меня есть, мои хорошие, которые смотрят меня, ждет моих видео. Я постараюсь показать вам самое интересное, что я вижу своими глазами. Всех люблю и целую. Ну что, продолжаю снимать репортаж. Видите, и кукуруза, и какие-то... И там, посмотрите, все переполнено, аттракционы. В общем, посмотрите, мои хорошие, сейчас не буду вам показывать это, вы не первый раз видели это в моих видео, ручные работы или кулинарные рецепты какие-то. Просто сделаю вам обзор, а больше всего я хочу вам показать концертную часть. Ну что, посмотрите, вот пробегусь так быстренько, ручные работы, очень красивые, мировые. Вот прекрасная продавщица. Тут еда. Турецкая еда. Тут я даже не знаю, что это. В общем, все красиво, мои хорошие. Вы видите, концертный. Сейчас мы подойдем туда. Покажу вам турецкую кухню, здесь сладости. А, нет, здесь не сладости, а здесь голубцы. Здесь и картины. А здесь детишки, аттракционы. Кукуруза. Кто устроился просто? На ком? На. Постелился на пол и отдыхает, и собачка отдыхает. В общем, посмотрите, какая красота, мои хорошие. Вот такая вот ярмарка. Вот
смотрите. Какие фигурки. Ой, для цветочков. Женщина тоже на коляске. Детки, прелесть. А, сок мне подарили. Натуральный сок из морковки. Сейчас я его попробую. Видите, как здесь? Даже дарят все бесплатно. Мои лапули-лопатули. Какая-то передача здесь готовит кушать. İşte fırının hamle, kullanılan peynir hamle, birkaç 3-4 tane kritik kontrol noktasını tamamladıktan sonra gayet... Hocam göstereyim şöyle. Kestim ben şimdi. Bakın, bu şekilde gayet güzel bir form. Hepinize dağıtacağız. Gracias, bu şekilde formu çekeyim. Gayet kaygan ve pürüzsüz. En yani önemli yani noktası. Ben az evvel tattım çünkü. Gayet böyle ağızda. Evet, evet, için teşekkür ediyoruz. Söyleyecek bir şey var mı? Hocam size şöyle söyleyeceğim. Ben izleyici isteyeceğim. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Adem Hoca'nın tüm ekibine, öğrencilerine, üniversiteye. Sonra da buraya gelen tüm ekibine. İnşallah sizinle tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimize elime kocaman bir alkış. Ne? Senin bir özler. Я стала рядом. Наша полиция нас охраняет. Может, там популисты? Ай, моторчилар. А, это не полиция. А я думала, ой, посмотрите на этого, какой прикольный. Красавчик, красавчик. Я не успела снять, была в прямом эфире, прошел Башкан, мэр города. Как быстро пролетел, как самолет. Кексики, гамбургеры. Смотрите, ож булды. Красота. И не так дорого. Ну, я так думаю. Не kadar bu mu? Başkanımız var, buyurun. 4 lira. 4 lira стоит это. Ой, какая прелесть. Ne kadar onları? Bunlar 2 adet 5 TL. Ha, bir tane 2 adet. Ha, 2. Bir штуки 5 lir. Bir sushi. Соусами с авокадо. Nerede bu? Nerede bu? Sizin kafe. Kahve nerede bu? Sadece restoran. İstanbul'dan geldik. Ha, İstanbul'da. Ha, Mersin'de yok böyle. Mersin'de var, Marina'da var. Marina'da var. Marina'da var. Ha, teşekkür ederim. Люди приехали из Стамбула. Вы знаете, что такое канифе? Это сладость такая, внутри сыр. Очень-очень вкусно жарят вот эту тарелочку, пережаривают, переворачивают и погружают, заливают сахарным сиропом. Ну что, пошли дальше, не будем останавливаться. Это что за кортеж? Какие машинки! Какие крутые! Вы видите? Разного цвета. И девушки за рулем тоже. Здесь я заметила, что все женщины почти имеют машины. Ой, а там наши украинцы. Мои украинцы. Бегом? Бегу туда, бегу к ним. Ну, так вот, я вам покажу сейчас разные цвета машинок. Вы видите? Кортеж из разных цветов. Ну что, а сейчас мы идем на музыку. А здесь клоуны. Шарики делают, различные фигурки из них. А это, друзья мои, инвалиды. Коляска.
занимаются творчеством. Вот так жизнь кипит на набережной. Переполненное все. Как хорошо, что я сняла вам в моем видео подготовку, когда было все пусто, а сейчас вы видите, все фотографируются. Так переполнено, пройти нельзя. А это, друзья мои, управляющий города. Это турецкая камера. Коллектив турецкий, это турецкий. Какие красивые собачки! Посмотрите! Хорошо дрессированные. Смотрите, сколько людей! Разных цветов кожи! Много туристов! Много жителей! Вот такую красоту делали, еще лучше, вот там Башкан. Мне ушлось пролезть сюда, и посмотрите, с каких стран, я так и не поняла, коллективы танцевальные. Но будем искать наших украинцев и русских, и грузинов моих. А это, посмотрите, что-то интересное я нашла. На голове крутится. Ух ты! Какой крутой! Сколько времени он крутится, друзья мои? Мне там плохо стало уже. Смотрю на него, и у меня голова закружилась. Çocuk kaybı var elimde anons olarak. Bir tanesinin adını biliyoruz. Muhammedcan 10 yaşındaymış. Bir diğerinin sadece Suriyeli olduğunu biliyoruz. Tam za kulisную часть. Такие красивые девочки. How are you? Hello. Japan? How from? Korea. Смотрите, какие. Закулисную часть вам показываю. Смотрите, что творится, ищу мою коллектив из Украины, Беларуси, Грузии. Не вижу. Так переполнено все. Даже успела сфотографироваться с полуголым индейцем. С этим голым индейцем я сфотографировалась. Так, мои хорошие, а сейчас рассказываю самую интересную часть. Вот будет такой парад, они будут по всему городу, вот эти вот фигурки, я вам уже говорила. Они их поставили на машины. И посмотрите, скоро начнется шествие их по всему городу Мерсина. Вы видите, как красиво? Так весело здесь, замечательно. Покажу вам поближе. Вот устроили они пикник даже в такой день.
Некоторые пикник. Видите, как собирают мусор. Вот здесь разные компании. Пьют чай, кофе. В общем, мои хорошие, вот такая красота.